Ну и главная, конечно, достопримечательность окрестности там, Канкуна, куда обязательно нужно съездить, это Чичен-Итса или Чичен-Итса, как-то по-разному ее произносят. Главная пирамида Майя в этом районе. Итак, великая, могучая Чичен-Итса. Ола! Ола, амиго. Ну вот, собственно, такая пирамидка. Чё, Сань, это внушает? Я уже боюсь. Великие майя построили пирамиду. Мы одни из первых приехали. 80. Давай, положим стрелку. Положим стрелку Мексики. Она сохранилась достаточно хорошо. Такая расчищенная территория. Можно пофотографироваться с разных ракурсов. Главная пирамида Кокулькана. Или Кокулькан. Суть ее в чем? В том, что в дни весеннего и осеннего равноденствия там необычно она так построена и стоит под таким углом, что там тени от ступенек отражаются на основном парапете. И этот парапет начинает играть как змея, то есть вот эти тени от ступенек в виде змеи отображаются, и внизу стоит скульптура головы змеи, и получается такое ощущение, что вот ползет змея по пирамиде, по краю пирамиды. В общем, я посмотрел ролики на YouTube, ну да, у кого богатое воображение, можно сказать, что эффектно, но да, похоже на змею, в общем, я не буду отрицать, похоже на змею, на ползущую змею, сделано ли это умышленно, либо так случайно получилось, что тени отпадают, ну, скорее всего, умышленно, да, раз там голова змеи, и хотя, может быть, это и в современности сейчас голову змеи приделали, и говорят, что, вот, мол, так и было задумано, не могу сказать. Но этот же календарь майя, который предвещал нам смерть в 2012 году, не исполнился. Вот. Календарь у них закончился, а до сих пор продается. Так, это Чичен-Итса, где-то примерно 9 часов утра. Ну, мы пришли, вообще народа не было. Подъехали к 8. Ну, народ уже к 9 начинает подтягиваться. А что будет дальше? Часов в 11, основная масса туристов приезжает. Вообще будет шляпа. Вот, так что нужно приезжать к самому утру. Вот, погулять по территории, ну, довольно-таки интересно. Есть места, где там пофотографироваться красивые. Вот, но основная достопримечательность это, да, вот эта пирамида Кокулькан. Многие улицы, кстати, там названы в честь этой пирамиды. Да, рекомендую, как я уже говорил, покупать сувениры. Приезжая в Чичен-Итсу, там вдоль всей этой пирамиды, вокруг нее выстраиваются торговцы всякими магнитиками, сувенирами, вот, масками, там, всякими вот деревянными вырезками и так далее. Вот. А еще там свистулька такая, которая издает звук ягуара, там свистишь, не так, похоже на ягуара. Ну, сувениров, в общем, много, и за все это можно торговаться. И, в общем, вот такая штукенция, например, в Канкуне стартует $80, мне за нее называли. Я говорю, ребят, вы что-то как-то много называете, давайте за 20. Вот в Канкуне за 20 не скидывали ее. А там сразу же цена была, что в районе $30 называют. В общем, я ее купил. За 10 долларов. По-моему, да, за 10 или за $15 деревяшку купил. Ну, маску. Да, какая деревяшка. Ну, достаточно красивая такая. Интересненькая. Вот в качестве сувенира. Вот. Магнитики там по $2 стоят. Ну, в общем,
сувенирами рекомендую именно там затариться. И, как я говорил, рядом с Чечен-Ицей есть хороший хинот. Откуда прыгают? А, вон. Вообще, я ништяк. Ты такой хотел? Да. Бомбочкой. Жильян. Надо отсюда прыгать. Рыбкой. Иккиль. Туда тоже обязательно нужно заехать. Выглядит круто, очень круто. И попрыгать можно, и виды потрясающие. Очень эффектный. Вот. И потом мы следом поехали в Экбалам. Экбалам не такое туристическое место, как там, Тулум, Коба или Чечен-Ица. Его даже не было в программе Пегаса, да, как экскурсия. Но место известное, и оно очень прикольное. Оно, блин, ну оно интереснее, чем Тулум, например. Там, опять же, эти пирамиды, и пирамида выглядит очень красиво, эффектно. Там есть рядом синод, где можно покупаться. В общем, рекомендую в Экбалам съездить, но, похоже, там только своим ходом, наверное, если поедете. Экскурсионных каких-то автобусов там не было замечено. Попали мы туда в дождь. Ну, в доме этого, в доме Майя, пережидаем дождик. А что, видно, что? Ну, пол видно. Ну, хотя бы видно, что внутри. Вот, стенами. А вон дождик. Тропический ливень. Вот такие тропические дожди бывают. С утра солнца. Сезон, блин. Да, по сезон. Попытались там переждать где-то полчасика, через полчасика дождь не проходил. Ну и было решено, снимаем футболки. Передавай привет. Мы в Экбаламе. Вообще супер погода. Вообще мы вызвали дождь. Пересидели, значит, в этих VIP-паромах. Шикарно, ну не выдержали, что-то там как-то это, слишком хорошо. Непонятно, захотелось экстрима. Ну, ништяк, ништяк, красота. Ой. Грубая, пошли на пирамиду. Идем в бордшортах мы были, в принципе, фотоаппарат, благо, не зеркалку специально взял, потому что, ну, в машине оставили зеркалку, пошли с водным, потому что думаю, не, наверное, сейчас дождь ливанет, намокнет все. И как раз, да, все хорошо получилось. И с этим водным фотоаппаратом там фотографировались. Ну, конечно, на водный фотоаппарат снимки получаются не ахти, не такие красивые, но место впечатляющее. Красивый вид там на самый верх пирамиды. Ты забрались, погуляли, походили, посмотрели, как все это выглядит. Ну, все красиво. В общем, сколько, три пирамиды было покорено, на три пирамиды мы забрались. На вершине мира. Экбалием. Экбалам. Да? Да. Групповой селфи. Ну что ж, на этом данную серию предлагаю закончить. Встретимся
следующей части. Ставим лайки тем, кому понравилось. Кому не понравилось, ну что ж, ставим дизлайки. Такие люди тоже есть. До встречи в следующей серии. Всем чао. Пока.